знаешь, никто тебе двери не откроет. Можешь и не надеяться. Вот я тебе серьезно говорю. Можешь там даже... Буся, ну не трогай камеру. Буся завалишь. Буся, телефон новый. Буся, разобьешь. Буся, успокойся. Господи. Буся, ну говорила же. Господи, у меня телефон еще без чехла. Гляньте, еще штука отломалась. Буся, это ты поломал. Блин, телефон что ли тяжелый, чем нужно. Ой, нету жизни в этом доме. Сейчас еще еда моя сгорит, Буся. У тебя еда он насыпана, а я без еды останусь. Куда ты ушел? Вернись. Короче, у Буси разговор краткий. Что вот это, поломалась эта штука? Берегла, и все равно отвалилась. Не знаю, Бусь, почему ты решил, что с той стороны двери в гараж тебе откроются? Ну, Бусь, не трогай камеру, а то ты такой мужчина. Серьезно, если честно. Даже очень. Боже, надо так. Не, Бусь, никакие двери тебе не откроются. Можешь даже, Буся, не мечтать. Бусь, ну мы же разговаривали с тобой. Ты понимаешь, Буся, я открою тебе двери в гараж. Ты узнаешь информацию. И потом будешь постоянно туда выскальзывать, в двери те. Чтоб тебе видно двери были, Буська. А вон девушка пришла, Даша. Бусь, ну не расстраивайся. Ну подумаешь, двери не открыла. Чини-чи. Чини жизнь. Глянь, у тебя дома, блин, двухэтажная квартира, Буся. Люди живут в однокомнатной квартире, всем семейством, с дедушками и бабушками. Кого бы это волновало, да? Кого бы это волновало, да? Только не Бусю. Я, Буся, сейчас буду жарить капусту, Буся. Уже из-за жарка с тобой, Буся. Уже лук с морковью уже почти сгорели, понимаешь, пока тут с тобой сообразишь на двоих. В общем, мужчина обиделся, сидит в одиночестве. Видите, отвернулся. Хвост говорит, что Буся недовольный. Но Буся жизнь не всегда приносит яркие краски. Бывает еще и расстройство, Буся. Да, представь себе. Бусь, я только умоляю тебя, не трогай камеру, хорошо, Бусь? Но все равно это оставить камеру, это просто, я не знаю, подписать себе смертный приговор. Буся и камера, конечно, наедине. Это что-то несопоставимо. Бусь. Тихо. Пришел, чтобы я услышала, да, поближе. Поближе, ребятюша пришел. Ну, Бусь, ну что я тебе хочу сказать? Ну, не открою я тебе дверь, Бусь. Не открою. Позже. Я тебе все двери открою, если мы будем гулять, ты вместе, Бусь. И тебе придется, ну, в общем, на поводке. Ты согласен? Бусь. Согласен или нет? Бусь. Бусь.